хорошие соседи, веселые друзья. Ни хрена себе, вертухаи устроились. Она еще какая-то орденоносная, наверное. Вот это хатынку себе отгрохали. Нехиленький особнячок. Сколько кабинетов? Столько людей занимаются жилищным вопросом для украинцев, для того, чтобы обеспечить нас бесплатным и комфортным жильем. Не сомневайтесь, что скоро жилищный вопрос в Украине будет благополучно разрешен. Одного зэка, блин, посадить не могут. А тут они грехи замаливают, отмаливают.